В позапрошлом веке папа Карло сделал из простого полена довольно смышленого буратино. Сегодня дерево, конечно, не оживает, как в сказке, но если в него вживить датчики, то можно с ним и пообщаться. Или хотя бы свет выключить. Дом будущего без проводов и выключателей. Смотрим. Деревянное тоже может быть умным, тактильным и общительным. Привычные выключатели в доме должны остаться в прошлом, а наполнять квартиру светом можно вот так, простым прикосновением. Провел рукой, включилась лампочка. Называется техника Wood Touch. Изобретатели – испанцы. Мы вмонтировали разные типы датчиков в зависимости от толщины мебели. Сенсоры общаются с приемником по радиосигналу и работают от батареи. Так что никаких проводов. Здесь не место не только лишним кнопкам, но и кабелям. То есть полный минимализм. Осталось дело за дизайном. Нам бы еще немного улучшить внешний вид, и меньше чем через год можно начинать производство. Особых усилий, кстати, тут не потребуется, так что и цена такой мебели будет не намного выше. Это интерактивная двуспальная кровать – главная гордость разработчиков. Не нужно тянуться ни к настольной лампе, ни к выключателю от люстры. Все команды примет датчик в изголовье. Если нужно, эта постель по взмаху руки хозяина может и отопление отрегулировать, и кондиционер приглушить, и телевизор сделать потише. Но это задумки на будущее. Да и стоит ли мебель перегружать задачами? Вдруг хозяин запутается сам и забудет, где погладить кровать, чтобы выключить утюг. А вот эти стулья не забудут. То есть не стулья даже, а сразу и табуретки, и лампы, и предметы декора – все в одной конструкции. Но ее уникальность не в этом, а в способности менять цвет. Каждый кубик общается с соседним и сам решает, какой гаммой порадовать хозяина. Например, синий блок рядом с красным изменит свой цвет на фиолетовый, а рядом с ним желтый превратится в зеленый. Для чего этот умный световой лего, японские разработчики не знают сами. Простора для фантазии и креатива с такой игрушкой, как в конструкторе лего. А значит, наверное, для детей и для них тоже. Но сперва кубики научат музыке, разумеется, тоже умной и интерактивной. Александра Суворова, Михаил Кондратьев, «Вести».